Итак, все муниципальные образования области будут развиваться по примеру Сенгилеевского района. Об этом власти говорили на совещании в Сенгилее. Ульяновская область одной из первых в России приняла и разработала стратегию социально-экономического развития региона. А это, в свою очередь, помогло активно заниматься реализацией национальных проектов. Однако жизнь течет, мир вокруг каждый день подвергается изменениям. Поэтому и было принято решение в самом начале этого года собраться нам всем вместе и поговорить о том, что нам нужно в ближайшее время поменять. Улучшение демографической ситуации, развитие здравоохранения, охраны здоровья, повышение качества предоставления услуг – лишь малая часть того, о чем говорили на заседании. Стратегическими приоритетами социально-экономического развития Сенгилеевского района до 2030 года являются развитие человеческого потенциала, развитие экономического потенциала, сбалансированное пространственное развитие, повышение уровня комфорта среды жизнеобеспечения. В отношении каждого из указанных стратегических приоритетов социально-экономического развития Сенгилеевского района определены цели, задачи и показатели. На примере документа по развитию Сенгилеевского района планируется разработать стратегию развития всего региона.